Добрый день! Меня зовут Алена Владимировна, и я учитель русского языка в школе Мудафен. Сегодня мы продолжим изучать новые слова по теме «Еда и напитки». Суп. Суп. Салат. Салат. Рис. Рис. Макароны. Макароны. Пицца. Пицца. Рыба. Рыба. Мясо. Мясо. Курица. Курица. Картошка. Картошка. Гамбургер. Гамбургер. А что у нас на десерт? Повторяйте. Торт. Торт. Кекс. Кекс. Мороженое. Мороженое. И напитки. Повторяйте. Сок. Сок. Вода. Вода. Кока-кола. Кока-кола. Давайте посмотрим, что есть в меню. Меню номер один. Гамбургер. Картошка. Пицца. И кока-кола. Меню номер два. Суп. Салат. Рис. И мясо. Меню номер три. Торт. Сок. Мороженое. И кофе. Меню номер четыре. Суп. Курица. Макароны. И вода. А что же в меню номер пять? Салат. Рыба. Рис. И кекс. А теперь пришло время прощаться. До свидания.